Запись пошла. Начали? Аня? Да. Садись в машину, разговор есть. Какой разговор? Насчет Максима, мы в одном дворе живем. А, Вика, да, тебя зовут? Да, вы друзья детства. Ты меня напугала прямо. Садись. Слушай, я не могу дозвониться уже до Макса очень долго. Ты не знаешь, как у него там дела. Ничего не просил передать. Просто переживаю очень. Сейчас, стоп. Лар, ты прям перед светом сейчас встала и... Угу. Не загораживай, хорошо? Угу, окей. Давайте еще раз.